Здравствуйте, дорогие друзья, я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из самых быстрых кремов, которые есть в моем арсенале. Это шоколадно-ореховый крем на основе шоколадно-ореховой пасты, такой как Нутелла и ее аналогов. Крем готовится очень быстро, буквально за 5 минут. Крем получается очень глянцевым, красивым, однородным, необыкновенно вкусным, напоминает по вкусу шоколадно-ореховое мороженое. Буквально тает во рту, подходит как для украшений, так и для начинки тортов, пирожных и капкейков. Для крема я беру 150 мл очень хорошо охлажденных сливок, не менее 30% жирности, у меня 33%. 125 грамм сыра маскарпоне, тоже очень хорошо охлажденного. Сейчас я взбиваю эту массу буквально пару минут до образования таких мягких пиков. Не жестких, а именно мягких пиков. Главное правильно знать пропорции этого крема и правильно соблюдать технологию его приготовления. И он получается очень быстро и очень хорошо. Вот такие мягкие пики у нас должны получаться. 150 грамм шоколадно-ореховой пасты, Нутелла или ее аналогов можно брать. У меня аналог Нутеллы. Взбиваем сейчас до однородности. Немного повзбивали, чтобы масса объединилась. Обязательно берем лопатку и аккуратно со дна собираем весь крем, чтобы он был однородным. И вот сейчас, на данном этапе времени, я не стала даже вырезать здесь из видео отрезок, показываю, сколько я еще его взбиваю, до появления вот таких уже устойчивых пиков. То есть это происходит все буквально за несколько секунд. Дольше взбивать не нужно, потому что маскарпоне со сливками могут расслоиться. И вот такая глянцевая, устойчивая, однородная масса получается в итоге. Крем готов. Сейчас покажу, как он отсаживается. Здесь насадка номер 336, кондитерская насадка. Наполняем кондитерский мешок кремом и можно уже им работать. Данного количества крема хватит, чтобы украсить шапочки не менее чем у 15 капкейков. И также можно наполнить им тортик где-то 16-18 сантиметров в диаметре и 10 сантиметров в высоту. Вот такой превосходный крем в итоге у меня получился. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов. И до встречи в новых видео!